Ребятки, дело идет. Вот. Я уже поклав, дивіться, тут и все два ряда. Начал, бачите, туда не пішов. Це вообще мелочи жизни. Хочу сегодня сделать перемички. Вот. Все, тут рядочек я догнал. Вот, тут догнал. Тут два догнал, как бачите. Можно заняться перемичками. Вот. А то уже доложим, как будут сохнуть перемички. Так, що? Не знаю, розказував чи не розказував вам. Що треба зробити? Треба зробити зараз дерев'яну, так сказати, опалубку. Ну, то есть площадку, да? Зробити площадку. В уровень з цими стінами, що вже є. От. Потім наклеїти треба по бокам. От, зайти сюди по 30 см. От, по бокам з цієї сторони і з тієї сторони внутрішньої наклеїти десяточку. Вон тут десяточку, що стоїть. От, а в середині, що останеться, треба залити буде бетоном. Зварити арматури, каркас. Не знаю, ну я думаю, я сьогодні постараюсь, сьогодні все підготовлю. Зараз ми, коротше, напевно, пообідаємо. От. Трошки віддихнемо. От, бо я вам скажу, ребятки, після болезні зовсім ще не встановились. Якось швидко закінчуються сили. Не знаю, чого. Вот, ну, значит, робив, там бац, и все, и ты уже такой, фу, все, спать хочется прям. Вот. Не отпускаю, представляете, блин, что с таке вообще, блин, я не знаю, что оно такое. Ой. Ну, ничего, работа идет. Каждый день по чуть-чуть, хоп-хоп-хоп, что здесь выросло, подросло. Ну, стены подросли. Вот. Это только одна проблема, блин. 15-та доска, хрін зна де, поэтому, наверное, буду робити, блин, з десятки. Ну да, ну порежу її, ну нічого страшного. Потім розбереться і используется. Десятка це на вітрову, поняли? Грей, да, зайка, грей кушать. А? Кого? Борща? Шуби? Давай шубу поїмо. Вот. Ну, ветровая, поняли. Торец крыши, вон тот торец крыши. Вот, туда сбоку цепляется ветровая. Вот, это как бы последний элемент, поэтому его сейчас порежу, наверное, из них сделаю такую себе опалубку. Ну, а что делать? Короче, все, что сделаю, вам покажу. А сейчас идем обедать. Кстати, бачите, сколько отхода идет. Вот. Треугольнички. Це, якщо ви захочете зрізати угол, то будьте готові, що у вас буде відход. О, тут треугольнички, тут ось треугольнички. От. Там вон треугольнички немножко. І там воно треугольнички немножко. Ну, у мене є їм применення, ребятки. От. Там же заложено окно в старому домі. Оно заложено з цієї сторони в пол кирпича. А с той стороны у нас там остается ниша. Естественно, эта ниша, она как бы, ну, нафиг не надо, и она будет промерзать. Поэтому с той стороны заложится вот этими всеми треугольничками. Вот так их прям наклей, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, поняли? Треугольник до треугольника, можно еще сделать блочок, бачите? Вот, вот так их склеить, и уже квадратик. Потом еще два штучки склеить, еще квадратик. И, короче, этими квадратиками залепить, да и все. И отличный будет кусок стены, я вам скажу. Так что они пойдут, и их даже не хватит, ребятки. Даже не хватит, поэтому еще и придется докупить шлакоблока и доложить уже... Ой, шлакоблок, ну вы поняли. Вот, все недостающее потом докупится и доложится. Да и все. Все, идем за стол. Рубанок, ребятки, помогает, я вам говорю. Просто, просто кайф. Вот. Поняли, да, для чого? Знімає этот самий. Ну, короче, якщо блок стоїть, да, оцей, ложиш, а він собака неровний. Цей край вищий, той край нижчий. І буває так, що іменно цей край вищий, а тут він менший. І то є оцей ось бортик треба зняти. То я рубанком раз, два, три, все, готово. От, потім, короче, терочкою підчухав. Де та терочка?
Да, оно наверху, вот той терочкой. Бо она поняла, вот самой теркой хрен почухаешь. Ось оця, поняла? Вот. Вот ней вообще ну, невозможно чухать. Оно ну, не чухает. Просто так, вот если по нему, то фиг почухаешь. Не хочет вообще даже цепляться. А вот когда ты уже немножко хотя бы нарушил этот верхний глянец, сбив, да, вот, то дальше идет дело вообще классно. А еще знаете, что ребятки побачил? Побачив, как люди роблять штроби. Знаете, чем они их делают? Этим, рубанком. Ой, рубанком. Фрезером по дереву. Ставят фрезу 2 на 2, поняли? 2 глубина, 2 ширина. И уж. Что самое интересное, фрезер выставляешь, получается, там площадочка есть, да? Можно выставить площадку и выставить расстояние, там 5 сантиметров от края, 6 там, неважно, да? Кому як. И получается заготовить оцей ряд, сразу цей, що ж робити треба, його, получається, можна заготовити на землі. Реально, не оцей ковирялкою, що я ковиряв, да? А іменно фрезером. Єдине, що в мене фрезер такий, знаєте, як сказати, він кромочний. Такий для, ну не для таких ділів масштабних. Возможно, моїм не зробиться це, що треба. Ну, кому інтересно, може хтось... Тоже хочет строиться, чи вже строиться, то буде інформація к розмишленню. Все, йдемо, короче, їсти. Ну що, садимся ми кушать. Сделала я ось чуть-чуть картошки по одному яйцу. Ось, картошка у нас була варена. Коля зганяв за хлібушкой. І садимся. А я там как раз бассейн, так класно, удобно. Эту воду переливаю, переливаю, оно так классненько. И заодно и все польется. А зачем и ложки? Не знаю, я ложками буду яйцо есть, чтобы оно не рассыпалось. А, понятно. И может быть этот вот. Солька есть, все есть, бо мы вчера с мамой не досолили этот. Господи, шубку. Вот это. Вообще не солили. Не, я посолила немного картошку. Что-то я не знаю, почему оно так и получилось. Может, она еще не пропиталась, знаешь, как бы. Мы сразу свежие вчера ели. Ну, может быть, да. Поэтому так, все, садимся, всем приятного аппетита, кто обедает с нами. Так, ребята, мы на вечер все при деле. Мама вон, у нас на перце, начистила уже чеснок, вон перец, вино булькает, да, Коля булькает. Коля решил у нас переостановить все-таки дверь сюда наконец-то. А, печку затопили, сейчас я вам покажу. Так опять делов наделали. Да, делов наделали. Коля там тоже... А, ты что показывал, что ты уже там наделал? Что мне показывал? Не, не показывал. Завтра покажет. Завтра. Вот, короче, дверь оттуда переставляет сюда. Ой, аккуратненько. Сюда, чтобы... Потому что уже прохладно, уже холодно, уже надо переставлять. Я вон себя в буряке. Делаю борщевую заправу, чтобы вы понимали. Везде бардак, здесь зажарка, там. Все, короче, все и везде. В общем, занимаемся делами. Тут перец перечищенный, это надо нафаршировать. Здесь у меня тоже вон все по эти ручки вверх, все как полагается. В общем, кошмарка, это везде. Вот такие у нас вечерние дела. А тут мы затопили печечку. Вот так вот я вам сейчас покажу. О, она уже и перегорела. Красотища. Красотища, красота. Оп. Потихонечку по одной накидываю, потому что быстро она перегорит. Потому что холодно, отопление включать не хочется. Вот. А камин самое то, и оно и пахнет дровишками, и вообще. Чё, для чего же он у нас есть? А так классненько, и подсушит полностью комнатки, потому что что-то как-то влажно, как-то холодно. Да, Бончик? Ой, хрюх-хрюх-хрюх-хрюх-хрюх. Да, особенно тебе в бачок там в будке. Будет тепло. Скажи, пап, двери поставил. Красотища какая. Плюс печку затопили. Аромат стоит. Класс. Супер. Такой дровишками. Классненько. Шо, всем привет, ребята. Новый день. Новое видео. Дивіться, что я вчера наделал. Я просто не помню, что я там вчера показал, не показал. Рассказывал, показывал, блин. О, ну у нас уже есть, как бачите, подоконные перемычки. Я уже буду делать сейчас над окном подоконник. Надвиконные перемычки.
Буду над окнами сейчас ставить десяточку с одной и с другой стороны, чтобы заливать внутри десяточку бетона. Вот так вот. Все подготовлено, как бачите. Сегодня в планах и... Ну, короче, цей ряд сделать полностью, поняли? С бетоном. Дуже хочется. Не знаю, чи успінеться, но дуже хочется. Вот. Так что такие пирожки, ребята. Правда, сегодня надо въехать в город. Ой. Оказывается. С утра сидим себе, пьем кофе. Вот, что вы думаете? Читаем сообщение. А там, блин, кити на ногти, ё-моё. А мы думали, что 5 числа, а оказывается сегодня 4 числа. Ё-моё. То сейчас по-быстрому, блин, закатываем борщ в банке. Вот, ему борщ. Вот, и быстренько в город. Ой, ребята, Оля в своем репертуаре, вы же понимаете, ёлки-палки, как можно было про... Ну, вообще не пон... Ну, ё-моё. Где четверг, а где среда, да? Ну, да. Я себе думаю, ну, завтра на 11:30 фига. Коля, хорошо, что сообщение прочитал. И вот сейчас быстро. Там варится, тут стерилизуется, тут это самое, у нас 30 минут осталось, чтобы поесть, закрыть и бегом ехать. Ну, как всегда, ну, а ногти что делать надо? Я себе четверг, ты четверг. Че я подумала, что четверг? Это новый или старый? И это новый я поставила. Все, кушать, садимся быстро. Дюже-дюже быстро. Вот так вот у нас борщ. А, это не сюда, это я утром ела. Что за сегодня с утра? Голова кружится, тошнит, я не могу понять, что со мной. Вот, просто борщ и просто быстро с хлебом. Да, просто всё. Борщ с хлебом. Так, приехали домой, ребята. Что, сделала вот такие обычные красненькие. Красивые. На солнце они более ярче смотрятся. Так обычные. Просто красненькие ногтики. Вот. Что? Быстро обжарила картоху с яйцами. Просто яйцо пожарила. В принципе, как вчера. О, а где? Надо было эту взять. Шубу доесть. Тише. Помидорок свежих. Лучок. Ну, так вот садимся, кушаем. Из этого, из заправки, то, что мы закатали, осталось немножко, товарю, еще свежий борщ. Нож, куда ее девать? Вот. И ну, уже у нас нет времени дожидаться борща, потому что хочется покушать. Вот, на улице солнышко, классно, погода шикарная. Так что остается только брать и работать, как говорится. А вот, и все, остатки шубейки. Все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Так, ну что, ребятки, мы покушали. Полежали. Полежали немножко, подремали. И можно идти в бой. Почитали ваши комментарии. Спасибо огромное, их побольше, а прямо, блин, прям круто. Сидим, да, ребятки, дуже приятно, спасибо, что пишете, что вы с нами. Вот, дуже багато коментарів, дуже приємно, пишіть ще більше, бо прочитали ми вообще так биренько, вообще. Быстренько, да. Вот, писали і за сентябрінки, за гладіолуси, за лавочки, за стройку, що все за буде добре, за рибки, короче, багато, да, всього писали. Немножко відповідаємо. Так, ось лавочка, поближе показую лавочку. От, був вопрос, покажіть поближе лавочку. Що, тут просто квадрат, ось зроблений. Квадрат. Ось така перемичка. От. Ну і знизу, ну, понятно, да? Перемичка. Здесь наискось, щоб було приємно жопки, да, туди падати. От. Ну і тут теж наискось. Не знаю, короче. Понятно, непонятно об'яснив. Тобто, ну, лучше просто подивіться. От, і можете, в принципі, повторити. Так як вона длинна в 2 з чим-то метрів, я знизу зробив ось таку ножку. Ну, щоб вона не прогиналася. Понятно, да? Да і все. Здесь ще двома этими соединил. Раз, два. Тут скажи, що вони... ця часть одинакова. Тоже... Вот это вот получается одинаково, и вот это одинаково. Да, що вони шверх одинаковий, як ви поняли. Да і все. Тут, в принципі, нема що робити. Но лавка очень удобная. Мне дуже нравится вот этот, что тут большой уклон, что тут большой уклон, поняли? На ней очень комфортно сидеть. Взял я ее, короче, вот эти уклоны я взял с лавки качели. У нас есть качеля стоит за домом, на которой мы почти не качаемся. Да. Показывает конкретнее, чтобы человек мог... Да все, я же показал сбоку. Все. Подальше отойди, может быть, рассмотрим больше. Да ну что тут рассматривать, я ж показал. На паузу нажмете и подивитесь. Все дуже просто вообще. Раз, два и готово. Так, что еще надо было ответить?
А, рыбок. Рыбок. Что мы будем делать с рыбками? Не знаю. Не знаю. Мы хотели их оставить в пруду и проверить, чи они могут перезимовать зиму. Вот. А вообще не знаем. На ринку сказали, одні сказали, що вони можуть жити. От. Головне кинути деревенячки, щоб пруд не зовсім замерз, а щоб було от це, типу, попадання в воздух, або як. От. Одні сказали на ринку, що вони виживуть, другі сказали, що не виживуть. Коротше, не знаємо, що робити тепер. Тепер ми беремося за голову і самі в шокі, коротше. Ой. Так, ребятки, ну а я що? Я хочу, знаєте, що зараз зробити? Я хочу піднятися трошки. Дуже низько, блін. Зараз ось, допустим, я виставлю над окнами перемички, да? Над окнами, ну да, сверху окон. І те саме. А потім треба буде зливати армопояс, і, коротше, я не достаю. От. Поэтому мені треба зараз піднятися хоча б на один газоблок. От. Поэтому буду зараз що-то мудрувати. Поубираю все лишнє і буду піднімати козли, а потім лізти наверх. Теперь я отвечу вам быстренько по поводу сентябринок. У меня задали вопрос, говорят, у меня есть только один куст сентябринок, и вот разрастается, я не могу понять, что делать. Ну, типа, вот как их рассадить. Смотрите, сейчас я... Дело в том, что на огороде я рассаживала осенью. Ну, то есть лишнее выдирала, которые мне не нужны были. Вот. Оно осенью... Можно их обрезать, можно не обрезать, можно так просто подкапывать, да и все. Вот. Сейчас я вам здесь на примере этого куста покажу. Они очень хорошо разрастаются. Но когда им мало места, ну, мало места где, то, конечно, они останавливаются в росте, они вширь начинают расти. Вот смотрите. Вот видите, вон они уже и свеженькие нарастают. Вон куча-куча зелени. Куча маленькой зелени. Вот эта зелень, ее просто берете лопатой. Лопатой отделяете, сколько вам надо. Ну, просто я не советую сажать вот такие маленькие кусочки, ну, совсем как ладошки. Я беру такой круг, ну, такие квадратики, кусочки, сколько отколола, допустим, отсюда, и присадила, так, чтобы зелень торчала. На самом деле у них не совсем, ну, не глубокие корни. Присадила, залила, и все, и ничего им больше не надо. Первое время, там, несколько первых деньков пополивайте, все. Это, в принципе, то же самое, что и вот эти вот осенние цветы. Как они называются? Хризантемы, что ли? Хризантемы, да? Да, хризантемы. Вот. И они потом, если вы их будете так рассаживать, ну, допустим, на улице я так полукругом посадила, я брала через каждые 30 сантиметров вот такую, ну, вот так вот. Раз, 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 раз. На первый год они сначала такими пушистыми кружочками вырастут красивыми, а на второй год они уже начнут разрастаться вот так вот, в такую пышную-пышную шапку. Ну, вот видите, да? Штуку, чтобы не было вот этого слишком много, когда следующей весной, вот осенью мы их не трогаем сейчас, допустим, потому что они цветут, они допоздна цветут, а это если вам срочно надо выкопать, например, вот отсюда, например, да, мне нужно выкопать и куда-то его деть, то тогда я могу прям взять выкопать и прям с цветками его и посадить. Цветки, конечно, посохнут, повянут, вот, но на следующий год оно обязательно приимется и будет расти. А вообще весной, вот весной начинает зелень вот такая маленькая вылазить, как я вам показала, я сразу беру и так чмак-чмак-чмак-чмак кусками убираю его. То есть если оно широко расползается уже, я вижу, что вот сейчас вот оно уже слишком широко, видите, какие они слишком широкие. Вот они, прям они начинают распадаться, потому что они, каждый тянется к верху. Чем гуще у них посадка, тем они выше становятся, потому что они тянутся к солнышку. Каждый кустик хочет, каждое это вот, вытянуться и стать выше. Чем загущеннее посадка, понятно, да? Если первый год, они вообще низенько будут расти. Если им хватает места, они такие низенькие, аккуратненькие. Вот в следующем году я возьму их и лопатой вот это чмак-чмак-чмак поубираю лишнее, то есть, чтобы они были поуже, и тогда им будет больше места, и тогда ну, будет более аккуратнее. Потому что, видите, из-за того, что слишком загущенная посадка, они вон распадаются. Им хочется вверх тянуться, 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 и получается, что, ну, как здесь. Из-за того, что слишком им было мало места, здесь, видите, ножка длинная стала. И в конечном итоге пошел дождь или поливали, и они раз и распались. А чем больше им места, тем они ниже и красивее растут. Вот. Ну, например, вот смотрите, сейчас я вам быстренько попробую показать. Это кто спрашивал за сентябринки? И кто
интересуется этим делом. И сентябринки, видите, нужно поливать, потому что если их не поливать, вон такое получается, не пойми чего. Надо поставить здесь мне поливалку и залить их. Вон еще кусочек, который я так в прошлом году и не рассадила никуда. Тогда тоже надо его выковырять. И это. И вот сейчас только сейчас полю, и сразу тут все зарастет вот этими красивыми цветами. Ну, а на сейчас, видите, что с ним. Вот, смотрите. Вот, видите, это я тоже маленький кусочек посадила. Ну, вот такой вот буквально, небольшой. Мне не было куда его деть, я сюда его присадила. И вот, смотрите, какой пышный, красивый букетик получился, видите? Вот, но это другой сорт. Это не такой голубой. Вон, на огородике сейчас вам покажу. Так, что-то такое, как вроде тучи такие собрались. В прошлом году осенью мы убирали эти сентябринки отовсюду, откуда мне не нужно было. И вот, смотрите, вот сюда их понасаживала. И вот, смотрите, растут. Только, опять же, нужно было бы их полить. Я все недавно поливала. И они были очень-очень красивые. Вот так вот. И буквально вот так вот посадила и забыла про них. Полила разочек и все. И вот такие вот пышные, видите, кустики. Если их сейчас не забывать поливать, то они будут красивые. Потому что вот подсыхать начали. Буквально еще позавчера они красивенькие такие стояли. А тут, видите, эти вот отцвели, а новые не нарастают, потому что засыхают. Сильно сухая земля, что ж у нас этого нету. Дождя абсолютно. Сейчас надо, наверное, поставлю вот эти. Видите, я поливалки ставлю, включаю, оно себе поливает, да и все, и хорошо. И они сразу же разрастаться начинают. Сейчас так и сделаю. Даже поливалки уберу, просто под кустик положу шланочку, и все. Красота. Так, на огороде, как вы видите, эти дни я ничего не делала, только ходила, срывала. То свеколочку срывала, то петрушечку немножечко подтяпала. Я же говорю, петрушка на осень меня решила порадовать. Разрослась там вон помидор. А что, уже поспели? Вот помидорки еще, видите, спеют. Тоже жалко их срывать же. Еще зелененькие есть. Вон красивый, желтенький висит. А чуть подпорченный, конечно. А эти нормальные вот. И там еще он. А, там уже кто-то сожрал его. Ну, короче, в общем, уже можно, в принципе, выдирать. Мы уже так этих помидор наелись, если честно. Что страшное дело. Клубнику вы мне написали, нужно позже. Вернее, можно позже рассаживать. Что, типа, сейчас ее еще рановато. Ну, не знаю, разве будет какая-то проблема от того, что я сейчас ее рассажу. Тут, смотрите. У меня клубник. Что это такое? Вот. Я ее хочу вот здесь вот накидать земли и здесь посадить. Там тоже вон еще помидоры, видите, у меня. Вот. Так, и что? И за что мне еще говорили, спрашивали, и за что-то мы еще говорили. За сентябринки, за рыбки, что мы не знаем пока, что с рыбками делать. Вот, и за что-то еще. Ну, вот капустку, видите, вот так вот верхушки пообрезала. Вон, видите, везде. Поприщипывала, будем так говорить. А, за гибискус мне написали, как делать, формировать деревце и все остальное. Да, мы хотим вот эти вот же триколор гибискус, тот, что мы купили. Он называется триколор. Почему? Потому что там три ростика, ой, сейчас, подождите, сплетены. Три ростика сплетены в косичку. Мы его посадили вчера. Да, вы вчера видели. Боже, что-то, по-моему, на дождь собирается. Хотя дождя не обещали. Мы с Колей проснулись, солнышко было. Сейчас на тебе. За это. Прям такая туча идет, вроде как надоживая. Да ладно, не нужно нам. А, во, сейчас покажу. Вот тут вот. Вот. Видите, он сплетен в косичку у меня. Три ростика сплетены в косичку. Я очень надеюсь, что все будет у него хорошо. И одного, и второго. Очень сильно надеюсь. Потому что мы же, говорю, его не вовремя взяли с почты. И получилось, что он у нас простоял 2 дня в этой коробке. Земелька была влажная, а листики вот такие вот. Я листья не трогала. Ну, то есть, можно было их, конечно, обломать. Но их не трогала. Я просто вот чуть-чуточку прищипнула верхушку. Капелечку прищипнула верхушку. И здесь... И вот здесь, вот видите, точно так же триколор, и тоже точно так же он в косичку сплетен. И вот я очень сильно надеюсь, что он у меня, ну, выживет, что все будет хорошо, потому что, конечно, обидно будет, если из-за нашей невнимательности
он пропадет. Ну, как-то так. Да, в этом году у меня с этими неудачи. У меня в прошлом году, кто смотрит наши видео, цинии были такие красавцы. У меня вот здесь, вот полностью вот здесь, вот все было циниями усеяно. Вот там вот цинии у меня очень много росло. А в этом году я посадила вот там рассаду. Там так этой рассады и осталось. И на огороде. Рассаду посадила, но пересадить, рассадить у меня вообще не было никакого времени, будем так говорить. То времени, то желание, то еще какая-то фигня, то, ну, короче, чтобы вы понимали. Так, Зай, ты видишь, что творится? Что это за новости у тебя? Ага. Что там? Надо подивиться. Может, они уже поменяли, опять у них будет дождь уже. Потому что на четверг у них стоял дождь. Потом смотрим, на пятницу переместился дождь. Потом смотрим, уже на воскресенье переместился дождь. Непонятно, короче. В общем, так, чуть-чуть ответила на вопросы на ваши. Вот, а рыбки я не знаю. Видите, сказали нам, что их нужно постепенно с этой воды забирать в холод. То есть сразу в дом не нести. Потому что сразу же они от перепада... Иду. От перепада температуры они сразу типа подохнут. Вот. А для того, чтобы в дом забирать, сначала не в дом, сначала где-то их поставить, типа в аквариуме, ну, типа на улице, потом можно в коридор, типа, занести где-то. Аж потом, когда вот они привыкнут к такой температуре, более-менее теплой, аж потом уже заносить дом. И опять же, в чем заносить дом? Здесь они жили, видите, у них же тут какое большое это пространство, где плавать, где там это самое, а дома? У меня есть, я же говорю, у меня есть 300-литровый аквариум, он огромный. Но его подтаскать даже пустой, я вам скажу, это не легкое дело. Что уже говорить о том, что даже в него там, ну, в него не зальешь, чтобы вы поняли, одно, там, два ведра. Если я залью, даже три ведра, если я залью, вот заразы, вон коты, смотрите, что поделаю. Если даже три ведра в него залью, то 300-литровый аквариум, толку не будет. Это будет еле-еле вот так вот на дне. Вот так вот, что даже рыбка не сможет плавать. То мне придется набирать дофига воды. И вот я же говорю, и не знаю, что и делать. Что его вообще придумать с этими рыбками. Прошлые рыбки, что у нас были, то у нас одна тогда померла. Потому что мы что же занесли в дом. И не поняли, что произошло. Она взяла и умерла. Ну вот, мы перепугались, вынесли их, опять сюда посадили, и нормально, они до холодов жили. А потом мы их отдали в этой знакомой там в аквариум. Ну, она сказала, что с ними все нормально, с теми рыбками, когда я звонила ей. А потом что-то как-то мы за них и не разговаривали. Живые они, не живые были. Я думаю, у нее такая же ситуация была, просто она не хотела меня расстраивать. Что они это самое... Что от перепада температуры они умерли. Вот жалко, конечно. Это же такие кабанчики уже здоровые. Ой, такие они симпатичные у меня. Что просто даже не знаю, что и делать. А где взять аквариум поменьше? Покупать. Он сейчас таких бешеных товарищей денег стоит. Слушайте, может, у кого-то есть аквариум, кто живет у нас тут в Укропивницком, и кто не пользуется? Может быть, я это или откуплю аквариум, или же взять на временное пользование. Я буду дуже благодарна, чтобы не напускать мой 300-литровый, потому что это, конечно, вообще трындец, если его напускать. А маленький аквариум у нас был на 60 литров. Не на 60. Не, на 60, по-моему. Да, на 60 литров был аквариум. Мы Татьяне отдали. Вот. И все. А она то ли разбила его. А? А, мама, она то ли разбила его, то ли что, я даже не помню. И все. Так, пошла бы, у меня мама зовет. Так, ну что, ребятки, после трудового дня попьем чайку. Угу. Зайка заквасила огурочки. Да, я сказала, что надо было эти маленькие тоже взрывать. Бачишь, они сюда не лишние были. Ну. Глюкозно. Ой, такой чай ароматный, да? Угу. Все, новый чай открыла, то, что Даша прислала. Абрикосовый, персиковый. Такой классный. Так, да, аромат обалденный. Да, при том, что он в пачечках. Вот таких вот. Угу. То это самое. Ну, классно пахнет вообще. Угу. Это сейчас будем чай с вареньем кушать. По 50 грамм на ночь. А, это да, я. Кстати, как-то, да, прям легче стало.
Не знаю, мне не что-то... Не подавимся, ребят. Я сегодня себя чувствую прям хорошо. Поэтому сегодня хорошо. Сделаем опять чеснок, делаем с этим. С медом. Угу. На ночь. Правда, духанчик стоит. Я вчера еле зубы вычистила. После этого. Вот и все, и ложимся. Коля сегодня чуть сделал по стенкам, чья палубку, что там делал. Там уже не видно, да? Показывать. Да, уже завтра покажу, там темно. Все, мы пьем чай и ложимся отдыхать.